Привет, друг, с вами Диватярик Скул. Настало время ответить на самый долгожданный вызов с безумными элементами. Вы хоть, может, и не знаете, кто это, но то, что они делают такое мясо. Так, еще раз. Прям вот совсем для тех, кто не понимает, где биты находятся. Вот давайте прям вот заходите в описание, значит. Там есть ссылочка, по которой вы переходите. Дальнейшие ваши действия. Ну, я покажу, что там можно. Короче, заходите на профиль, что-то там дальше какие-то дополнения надо открыть, чтобы перейти в аудиозаписи. И там находится плейлист с битами. Это раз. Но если вы перейдете по другой ссылке в описании, то наткнетесь магическим образом на группу ВКонтакте, которой... Более 1000 человек просто за сутки добавилось и смотрят наши крутые посты. Далее залетаем в Инстаграм и уже, разумеется, радуемся топовым постам. А также, если заглянуть еще чуть дальше, то вы наткнетесь на наших атлетов, которые ждут вас с нетерпением в Инстаграм. Ну а теперь мы приступаем к жесткому вызову. Так, господа, все, сейчас Гашан начинает уже с разминки Кинга. Но пока что вот так. Ты меня снимаешь? Мэдмен стесняется. Не снимай Гашан, меня. Ты меня не снимаешь? Хочу все тебе. Камеру вырубай. Ты меня снимаешь? Задача следующая. У нас сегодня крайний вызов, который мы решили все-таки принять. Это от Николая Гончаренко. Ты меня снимаешь? Прикол в том, что элементы там, ну, действительно интересные. Нифига себе. Нифига. Интересные. И самое главное, динамичный, что нам больше всего подходит. Есть и лаух, конечно, но ее не так много. И поэтому за это мы взялись. Я вам скажу, ответку сделаем такую, что им придется так постараться. В общем, мясо полетели. Думал. Так, сразу извиняюсь за эту кляксу. К сожалению, на этой площадке всегда очень солнечно. И я практически ничего не вижу на экране камеры. Но в следующие разы буду еще более внимательно проверять чистоту матрицы. Так как именно туда попала песчинка. Продолжаем. Гашанчик, ну короче, давай, что у нас там по элементам? Давайте, наверное, мы, знаете как, мы можем, в принципе, разделиться и начинать уже делать элементы. Давай, я готов. Давай, короче, там Илюха что-то делает, Мэдмен что-то делает, Гашан что-то делает, поехали, давай. Пам, пам. Давай. Я уж думал, взял. Колено прям вот эти было. Такс. Илюха, опасный вообще тип, вы посмотрите, какой опасный тип Илюха. На Илюхе сегодня, на самом деле, тоже очень важная задача. Там есть, короче, такой элемент, как стойка на одной ноге вместе во флаг на одной, разумеется. Это жестко. Так, ладно, атлетам задачу поставил, показал вызов, они маленько ужаснулись, но в некоторых слушайте, элементах... Слушайте, а ты уже почти сделал. Я-то понял, как делать. Это хорошо. Как там с нагрестом? Ты, Гаша, может, с Кингом разберешься? Сразу по Кингу, вот давай по жести сделаем, а дальше потом пойдем по другим элементам. Давай. Так. Ну, давай, 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 Гашанчик. Давай, погнали, тащим. Так. Так. Ну, нормально, слушай, заходишь, неплохо. Он там в треху еще, да, потом? Пока можете писать предположение, сможем или выполнить этот вызов. Жесткий вызов. Так, а здесь у нас 360 с упора сзади. Вот что самое интересное-то. Ну-ка, поехали. Ничего, почти. Нормально, нормально. Блин, вот это бы взять. Там заход сложный, я скажу. Основной элемент... Заход я сделал, я просто делал его. Случайно, но... Нифига, давай. Да, он там не обязательно, вот это главное. Потому что написано... Да. Ой. Тяжкая тема. Ты почти, почти уже, это с импульса было. Знаешь, как больно плечи. С упора-то у тебя отмах больше и не будет так больно. Нифига. У нас сегодня нет, короче, Родиона. Человека, которого мы тогда заставили сделать итальянский. Он сделал их хорошо. И вчера, когда мы тренировали вновь 1080, Родик сорвал 3 мозоли прямо при мне. Я не знаю, что он в гимнастике вчера делал. Ну вот, и грустно, мы сегодня справляемся вот так. Так. Да блин! Гашан, соберись. Хорош! Нифига! Блин, капец, вот только такие проблемы были с Гашаном. Он прям то ногой ударит, то еще чем-то. Я уже думал, все, походу в страх уйдем и придется старую попытку вставлять.
Молодец, молодец, Гоша. Надо бы тебе стабилить, чтобы вот реально не было с ним проблем. Короче, пока сразу по силовой части с Илюхой мы здесь разрешим ситуацию. Так, с ноги вместе, Илюх, напоминаю. Ага. Стойка ноги вместе должна перейти во флаг. Переводи. Да, и тут надо, конечно, фиксануть будет. То есть осталось только это... Блин, Илюха, так четко, только надо не касаться. Ты че взял, что... Ну ты дикий, давай еще раз, офигеть. Смотрим. Давай! Хорош! Красавчик сделал, все, определились с итальянскими, четко. Красава, Мэдмен, малор. Есть. Так, сладненько, сейчас я гляну вживую, что же здесь произошло, че все так орали здесь за Гошана, давайте посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, главное, аккуратно. Пошла рама. Хорош! Нифига! Каждый сегодня может отличиться. Вот реально, без всех этих атлетов ничего бы не вышло. Я уж думал, взял. Офигеть. Да, то же самое в трех у Гошан. Чтобы вообще полная комбинация была. Бам. Ну вот, капец, минус один страх у Мэдмена. Это хорошо, конечно, это хорошо. Стасян вообще вчера по 1080 мозоли убивал. И сейчас еще и в вызове участвует. Да, да. Так. Да вот! Да блин, я понял. Офигеть. Я просто руку отбил себе. Офигеть. Ивда. Ну, короче, ты понял. Нет. Блин, ну, короче, Макс говорит, типа, мы это уже делали однажды. Так, Гошан, короче... Блин, вот там надо вовремя прям вытолкнуть. Я иначе знаю. Улетим в космос. Давай, сынок, делай. Да, блин! Бомбит. Так. Макс, аккуратно, капец. Чуть Макса не потеряли. Так, с Илюхой обязательно фиксани сначала на одной. Так, и переходи. Держи. Блин, Илюха, почти, мы очень близко с тобой. Тащим. Хорош, красава, сано. Все, один элемент взят. Если еще зайдем с него как положено, это вообще победа. Отлично. Так. Опасный элемент от Мэдмена. Блин. Ну пока с дополнительным стульчиком. Окей. Ну капец, это тяжело, вам скажу. Там типа сложно зайти прям. Ты пока одно делаешь, тебе надо второе сразу. Да. Погнали, Стас, давай. Тащи. Нифиг, ты почти в перехрут зашел. Ну что-то как-то все. Еще ничего, поставим, нормально. Так. Пам. Все, Гошан новые связки себе придумывает. Пам. Надо бы еще и двух из X вылета, как Мэдмен. Опасные жесткие элементы. И здесь вам обязательно надо поставить лайк. Капец, просто. Это что, принц из ласточки узким хватом подогнал? Ну еще бы прям соединить руки и опуститься ниже. Короче, знаете, что я хочу открыть рубрику? Помните, были топ-5 комментариев от вас, да? А это уже все иссякло, этого уже нет, разумеется. И я открываю новую рубрику «Самый залайканный комментарий». Я не знаю, что это будет, он может быть абсолютно рандомным. И ваша задача написать прямо сейчас любой комментарий, после чего посмотреть, может, есть какой-то комментарий, который вам нравится, и также его пролайкать, чтобы в следующий раз я на него ответил, либо кто-то из атлетов. Так что давайте занимаемся этим. И чтобы давайте открыть эту рубрику, я, наверное, отвечу сейчас на самый важный вопрос для всех. Куда пропал Паха? Короче, он ушел в ММА, он еще сам тренируется на турничках, я знаю, но к нам он больше никак не относится, никакого конфликта нет. Так что так, Пахе предъяв никаких нет, но просто он нашел себя в чем-то другом.
Вы также, если вы понимаете, что воркаут может быть это не ваше, и вы еще достаточно молоды, можете заняться чем-то другим и развиваться всесторонне, что самое важное. Так, Санон подлетел. Сейчас будем пытаться вновь зайти на 360 с упора таким оригинальным способом. И будет тогда, конечно, мясо. Я думаю, Николаю Гончаренко это понравится, его атлету. Оп! Но у нас был пооригинальный способ просто. Мы решили его модернизировать, добавить туда стульчиков. И еще и гашана добавить. Ну-ка, что тут гашан будет делать? Давайте смотрим. Как это? А, давай я сделаю сразу эту штуку. Сразу эту штуку сделаешь? Да. Ну давай. Короче, 360 с упора у нас частично минусанулся. Вот, мы, может, его доработаем, но, в принципе, основной элемент, я считаю, мы сделали. Да. Вот, если нет, ну, напишите в комментариях, что мы не сделали. Вот. Так, так, ну как бы достаточно просто, я считаю. Так, Илюх, давай, собрался. Давай, Илюха. Так, фиксируй. Поторопился. Тут Стасян уже готовится, короче, что мы будем загадывать. Ну вы понимаете, да? Понимаете, какое-то мясо будет. Ладненько. Все, но пока нам надо разобраться с элементами, которые загадали нам. Что касалось. Вон оно как-то. Ой, сложный вот этот элемент, где солнышко в кунг-фу зайти прям почти достаточно сложный. Я надеюсь, что удастся. Было бы шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот если бы я сейчас зашел, я бы сделал. Гарик, куда ты зашел? Да вот ты бы сделал. Там прям впритык. Ой, хорош! Сделал, прикинь! Зачем я отвернулся? Офигеть! Прям в самый конец! Вообще, он успел остановиться и только за счет этого сделал. В общем, мы поняли, какого элемента у нас не хватает. То есть это вот такой заход в гейнер на 180. И, соответственно, сейчас мы к этому приступаем. Так, тут, короче, речь идет о том, что гашан сделал правильно перехват, что уже, в принципе, похвально. Ну, блин. И сейчас мы посмотрим, насколько это правильно у него заходит. Вот, Евгенер. Что-то было, по-моему, другое. Что-то другое, по-моему. Сейчас по-другому выглядит. Так, атлеты, короче, не понимали, и тут сейчас опять ахнули, мол, поняли. Поняли, но мы не можем это просто... Да-да-да, я вижу, что Макс опять запутался. Вот! Я понял. Все, я понял. Все, отлично, отлично. Ну и смотрим на Саню, конечно же. Такс. Такс, нет, тоже вроде догоняет, просто не до стойки не довел. Да мне надо другую руку перехватить. Такс. Во! О, хорош! Сделал. Все, взял, что красавчик! Все, все, стабильненько, Сано, хорош! Молодец, молодец! Еще и в дабл. Сано, давай. Трипл даже давай, Саня, просто. Четвертый. Ну все, мне кажется, спать можно так. Все, это шикарно. Так, Стас пытается делать ровно то же самое. Есть, хорош, хорош. Отлично. Ну и четенький палм-дроп, как обычно, на закусочку. Поехали. Так, а что нам осталось? В общем, ситуация такая, что отжаться сейчас надо очень глубоко, а у нас параллелы. Есть как бы брусья, но на них вообще неудобно. Я попробую сначала здесь. Сделаю максимально низко, если здесь будет прям легко, я перейду туда. Да горизонтально не довел, Диман. Неплохо. Ну, глубокий-то сделал. Я больше старался на глубокий. Потому что вот прям вот чуть-чуть носом задел. В общем, сейчас давайте все-таки мы по контре ударим. Потому что что-то на меня слишком переключились. Так. Хорошо, почти. Ты че? Давай. Ты попробуешь? Давай, погнали, погнали. Бам, гашан почти. Ну там с ног же надо делать, и с ног делай. Так, что Мэдмен пробует? Вопросик у меня хороший такой, знаете. Нормально? Давай. Да блин, чуть-чуть, прям чуть-чуть не хватает. 3, 2, 1, тащи, Стас.
Офигеть, красава! Отлично, отлично! Давай, 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 Диман, жми, 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 жми! Жми! Силы есть, есть силы. Ну, блин, прям выжил и все. Сейчас я гляну, если это хорошая попытка, это я переделал. Хорошая. Ну че, Ильич, давай, погнали. Оп! Ну блин, что-то было! Я сделал! Что-то было уже, Илюха! А теперь переходим к самому страшному. Двойной стульчик! Это надо так постараться! Вы не представляете просто! Так что без лайка, ей-богу, не обойтись просто, пацаны! Это просто жесть! Вам там... было не так страшно. Более того, скажу, вы обязаны подписаться на этих атлетов! Просто вообще обязаны в инсте! Ссылки в описании! Это самое опасное, что нам надо сделать! Я помню, Родик так делал! Ну что, вы готовы к жести, ребята? Если да, ставьте лайк, подписывайтесь. И полетели. Блин, ну это вниз. Это прям убийственно. Как-то надо понять, потому что пока это вообще реально думаешь, что за дичь, кто это вообще смелится сделать. И тот, конечно, атлет, это, я вам скажу, тот еще мощный тип. Ровно так же, как и Николай. Да это вообще бред. Газировка. Сейчас, сейчас колени. Давай, Каша, давай. Жестко, жестко, просто влетаем и пробуем. Дальше. Потому что это мясо только нам под силу, я вам скажу. Ебой! Все, вроде я постарался. Я старался! Какие элементики, какие элементики! Мощная Тима, которая разрывает вызов. Вау! Перекрутый. Два раза сделал! Молод! Молод! В общем, у Гошана шанс я сейчас оценил. Хороший. У Стаса он тоже есть. И... тут на самом деле важно вовремя осмелиться. Вовремя это значит почувствовать, что ты точно вот реально сможешь его, и только в этот момент закрутить себя сильно. О, нифига вкрути! Я вообще не понял. Надо группу, я это, группу конечно, отпустил. Сейчас не то, что надо, но... Я блин. Группу отпустил. Да, да, да. Хотя бы это не это в голову пришло. Это уже радует это прям сильно. Было. Так, ладно, Гошан повторяет. Я готов. Погнали. Нифига, перекрут, Гошан. Что, бэк-ту-бэк? От Гошана бэк-ту-бэк? Ну-ка, смотрим. Нифига вообще на лайте. Нормально. Я как человек, который обычно затрачивает всякие техники, мне не нравится. Да? Ну я знаю, что ты можешь лучше. Хорош, хорош. Так, смотрим Стаса, пока он тут что-то... Бам, бам, бам. Хорош, хорош. Now you should have fucked with the dealer.
Так как это наш финальный вызов, мы хотели оторваться по полной. Во-первых, хотели все-таки выполнить максимум элементов, что мы в принципе сделали. Мы сделали, если не ошибаюсь, 11 из 12. Ну а загадали, конечно, мы такую жесткую дичь, которую вы сможете также посмотреть по ссылке в описании на этом канале. А с вами был Дима Дягрик Скул. Всем прогресса. Пока.